Орел Горбунок. Исполняет Крестьянникова Мариса. Вот полночным порой свет разлился над горой. Будто полдень наступает, жары птицы налетают. Стали бегать и кричать, и пшено свином клевать. Наш Иван от них закрытый, смотрят птицы из-под корыта и толкуют сам с собой, разводя вот так рукой. Тьфу ты, дьявольская сила! Эх, дряни привалила! Чай их тут десятков с пять. Кабы всех переймать, то-то было бы поживо. Нечем молоть, страх красивый. Ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько, парень, свету! Словно батюшкина печь. И скончав такую речь, сам собой под лазейкой, наш Иван ужом да змейкой к пшену свином подполз. Хватит одну из птиц за хвост! Ай, конёчек-горбуночек, прибегай скорее, дружочек! Я птицу-то поймал! Так Иван дурак кричал. Горбунок тотчас явился. Ай, хозяин, отличился, говорит ему конёк. Ну, скорее я в мешок завязывай ту шею, а мешок принесь на шею. Надо нам в обратный путь. Нет, дай птиц-то мне спугнуть, говорит Иван. Смотри-ка, видишь, населись от крика. И, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек. Ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая. Кругом огненным свелась и за тучек унеслась. А Иван наш след за ними рукавицами своими так и машет и кричит, будто щелоком облит. Птицы в тучах потерялись, наши путники собрались, уложили царство.